Кастилия нападает на Сангай. У Сангай только один союзник, Конго. 105 полков. Сангай быстро поднял. Молодец. Я думаю, сейчас быстренько сожжет провинцию. Да, уже сжег. Однако бастионы не построились еще. В 92-м году еще 4 года, чтобы бастионы. Земляной вал, и он будет получать бонус к броску от кубика в обороне плюс 1. Кстати, он может себе это позволить, но он сразу выгребает займы. 12 тысяч займов брать сразу в начале войны, насколько это оправдано? Кастилия Санж, 54 монеты, дохода. 83 полка он поднимает, займы не выгребает. У него 18 займов уже есть, 53 может взять. Посмотрим, сможет ли он пробить. Сангай Лобачевский сжег провинцию. 25 декабря, но это почти сейчас, и 15 апреля. Да ну нафиг. А, он их присоединил прям. О, Санж, красавчик, да. Но вот эти уж не скоро. Подожди, Санж, оказывается, что там может. Красавчик, побеждает. Даже не имеет численное превосходство. У него БД 5,2, а у Сангая 4. Дисциплина, правда, чуть поменьше. Должно хватить сил, чтобы не дать Сангаю построить земляной вал. Да ну нафиг, он все равно отступает. Каким-то чудом Сангай все же затащил. Кастилец пытается сбить штурм. Должен зайти. Почему ты не пошел, блин? Ты через пару дней был бы уже здесь. Он не пошел. Надо было сбивать. Вот твои полки рядом. Да, это неуверенность, к сожалению. И крепость Тафилат падает. Сангай его захватывает. В принципе, Санж, не все потеряно. У тебя еще есть Марракеш. Здесь защищаться будет проще. Вот еще крепость хорошая в горах. Но вот мне кажется, надо было отбивать, сражаться за свою крепость, и ты имел все шансы победить, либо истощить войска Сангая. Так, Кастилец бьет сразу в две провинции. Насколько это... Нет, он хотел в две провинции ударить, и все-таки потом бьет южнее Тафилат. Войска как-то не успевают у него вовремя, это плохо. 18 ноября аж заходят. Но, тем не менее, он побеждает и идет дальше, да? Боевой дух решает. Боже мой, это что такое? Это угроза банкротства? Как так-то? У тебя же всего 18 займов было, теперь 27. Из 32 он брал деньги и на эти деньги поднимал наемников, но себе он этого позволить не мог. Кастилец атакует в провинции Туат успешно, то есть скорее всего это будет победа. Провинция Дра в Сус тоже будет небольшой шот, возможно, есть на это шансы. Так, он еще займы может взять, нет? 10 займов может взять. Банкротство отменяется временно. Так, сражение за провинцию Дра, это засушливые земли. 45 полков идут дальше на юг. Помогать здесь они не собираются. Хотя, наверное, нужно было бы. Но благодаря боевому духу все равно кастильцы справляются, да? Вроде бы как. Будет обидно, если будет поражение. Нет, это поражение. Кастилия не теряет надежды пробиться. Так, пока побеждает. Провинция Туат, это западная Сахара. Заставляет он Сангай отступить. Я думаю, это только передовые части Лобачевского были. Основная армия ждет у крепости. Так, Кастилец еще раз пытается пробиться через крепость Таут. 27 июля только войдут подкрепления. Почти 2 месяца будут идти подкрепы из-за того, что это пустыня, еще и выжжена. Но благодаря боевому духу кастильцы побеждают. Кастилец еще одну крепость берет штурмом. Сангай ему не помешал в этом. А вот здесь как раз строился земляной вал, бастионы, и они не успели построиться. И, наверное, побеждать нужно, поскольку уже в феврале, то есть через 3 месяца, да, построятся бастионы. Атаковать надо сейчас, если брать это в учет. Я предполагал, что Кастилец банкротится раньше. Но такой баланс минус 352, может быть даже, ну сколько он, 6 месяцев протянет. Хотя может еще коррупцию брать. Так что может быть Сангай еще первым банкротнется. Но смотри, что он делает. Он отбивает назад свою крепость. Молодец, Лобачевский, красава. Так, Санж, что ты предпримешь? Вот ты специально отступил, и теперь придется тебе контратаковать, да? Нельзя ему дать построить бастионы в августе. Подкрепы зайдут 27 мая, причем всю свою армию он заводит, все что есть. 17 дней, не успевает.
Эта крепость же провинция была сожжена. Тем более не забываем, что это западная Сахара и передвижение войск очень медленно. Это уже подкрепления сражаются, а сражаются они хуже. Вот смотри, по боевому духу Кастилец все равно нет-нет, да получше выглядит. Он проиграл. Вот завел бы подкрепление вовремя, 100 пудов затащил бы. Вот немножко подкрепы замедлили повстанцы у Сангая. Он побеждает, но опять-таки 16 апреля вовремя заходит. И это будет победа, да? Вот эти три полка может даже не имеет смысла заводить, иначе он их потеряет, да. И сразу же идет на штурм. Кастилец пытался забрать штурмом крепость. Сангай, смотри, как контратаковал грамотно, да? Правда, он не успел боевой дух восстановить, иначе это была бы победа, да? И у него слишком мало солдат осталось. Восстание фанатиков и сепаратистов заставили его 26 полков отвести на юг. А вот они пригодились бы вот рядом с этой крепостью в Западной Сахаре. Сангай проигрывает войну. У него осталось 39 монет в казне. Вся страна оккупирована повстанцами. А столицу захватывают кастильцы. Хотя в начале войны мне казалось, что Сангай затащит. В любом случае, Лобачевский молодец, показал интересный контент. Санж тоже красавчик. Он побеждает, то есть коррупцию надо брать срочно. Смотри, месяц в месяц. Может быть, даже Кастилец первым банкротится. 86 монет. Но ему еще коррупцию можно взять, да? А Сангай себе этого позволить уже не может. Кто первый банкротится? Кастилец требует автокап, 85% военного счета. Столица захвачена. Красавелла.